Здравствуйте, дорогая публика. Вот я сегодня ходил в парикмахерскую, значит, постричь волосы на голове, бороду. А я ведь с того самого вот марта месяца 2020 года, как мы все кинулись, значит, в самоизоляцию, я даже парикмахерской не был, как-то там сам бороду еще сам как-то стриг, видно было, да? А вот тут это бесполезно абсолютно. Ну вот хоть теперь я на человека похож. И вот сижу я, значит, перед зеркалом, смотрю, да мое настоящее лицо, я его не делаю. И вот смотрю, такие вот тут свет как-то сбоку падает, такие вот как-то рельеф. Ну и думаю, ну и страшен же я буду, когда буду покойником. Дело в том, что фамилия Бояршиновы, она происходит из Пермского края. Первые Бояршиновы были там еще, так сказать, зафиксированы исторически, документально, подтвержденно в 17 веке, в начале 17 века. Тут как раз смутное время заканчивалось, тут вот, тут где Москва, а там вот Бояршиновы были. И у Бояршиновых у них такое свойство, значит, по мужской линии оно передается, что мужчины после смерти вылезают из могил, простите меня, да, вылезают из могил, пробовали бороться. В те старые времена еще голову отрежут. Не все равно вылезает Бояршинов из могилы, держит в руках голову. Один нашел какую-то палку, очинил ее как-то так, вставил одну в туловище сторону, а другую на голову. И вот он, голова так была, он так всем корпусом поворачивался. Вот такой страшенный был, жуть. Жуть, что говорит. Вы можете, кстати, спросить вот с пермского историка Росова. Я вот его назывался, это представлял как пермский историк. Пермский видеоблогер-историк, и он, говорит, на меня очень обиделся, перестал со мной общаться. На самом деле для меня это ничего такого нет. Он, кстати, сам-то он не пермяк, он откуда-то, его семья приехала. А я-то вот пермяк натурально, я, так сказать, пермское чудовище, пожалуйста. Вот и я этого не стесняюсь. Пермское чудовище перед вами сидит, да. Вот, но думаю, какой же страшенный буду, когда вот вылезу из могилы после своей смерти. Это жуть. Жуть. Ну вот, и вот, помните, вот я сейчас вот внизу у меня есть такой, как это называется, в Donation Alerts, цель сбора, строительство забора этого самого, помните, ограду, которую я все собираю. Она, кстати, помешает мне до вас добраться, кстати, имейте это в виду. Ну и вот на нее плохо собирают. Ну что, хотите, что я к вам после смерти приходил, отбай на ограду? Ты ужас какой-то, да? Еще лопотал бы чего-нибудь там непонятное, да, там какое-нибудь такое. Жуть, это просто кошмар. Таким страшным, нет, голосом таким загробным надо лопотать-то, да, вот такие дела. Или во сне буду вам являться, вам это надо. Да лучше сразу переведите деньги и все. Внизу у меня есть номер сбербанковской карточки, PayPal, Яндекс.Деньги, Киви-кошелек, кошелек ВКонтакте. Ссылка на Donation Alerts. Может стать по-хорошему, стать спонсором моего канала. Да, вообще мой род был, вот когда вот сюда приехал, из Верещагина. Такая станция Верещагина, там в Пермском крае. Так что вот имейте в виду. Да, и это, кстати, подтверждено. Вот вы можете спросить Росова, он наверняка в Пермский музей ходит. Там есть такой уголок, по всякой чертовщине посвящен. А места-то те у севера Урала, они... Такие чертовщинки там много. Ну вот. Это мое видео подготовлено и записано в рамках, как это мне называется, плейлиста, плейлист чтения. Да? Но там я обычно читаю тексты, которые написаны на бумажке. Я решил еще, давай, пускай устный рассказ туда же включу, правильно? Я чтение, кстати, которое на бумажке, они еще выложены у меня. Это называется сайт сам издат. Ну, у него тоже внизу, кстати, ссылочки есть. Почитайте. «Сказки Бояршина» называется. Почитайте, пожалуйста. Ну, все, я жду ваших денег, кроме шуток. Серьезно, вы же по-хорошему хотите от меня отделаться. Чтобы я улыбнул. Ой, жуть. Как представлю, какой это будет ужас. Но пока. Ждите.